남원한테 주신 Сейчас не надо тебе выходить сильно из ворот. Зачем? Зачем? Потому что здесь, на пятаке, это опасно очень.
тесно. Ты можешь немножко, сделав одну передачу, уже рисунок поменяется на поле. Такая ума должна быть, как стрела плотная. Там, ну, либо зданькой там за бабан. Двигать и думать. Федя, Федя, блин. Башкой работает. Как тряпка, блин, болтает тебя слева в сторону. Я подую, где качнёт. Думай раньше. Под предварительные какие-то действия. Влад, слушай, куда? Лука, покажи, оп, туда подвигайся. Извиняюсь. Даже если он отойдет. На котором написано стоп. Знаете, сюда. Другого. Был мяч. Другой. Пускайте. Едок. Вот здесь. Вот он здесь. Вы далеко. Вы бежите. И торопитесь вот сюда. Зачем? Найди вот эту щелочь. Оп, пойдет передача. Если его никто не ждет. Если вот этот игрок его не ждет, расстояние безопасное, да? Здесь рядышком есть. Да даже если никого нет, вы даже втроем. Просто. Если его никто не ждет, вы должны это угадывать для меньшего действия. Вот ты понимаешь, сейчас пойдет? Тогда сядем. Тогда нам скорее не сработает. Да? Он еще туда-сюда пойдет, весь воздух. А там что, это не ваш? Нет, да, не надо. Предлагайте действия свои. Сейчас его жмут, Петя, сейчас жмут. Опасно для себя, красный свободный. Ну и что ты стоишь?
Сейчас смена. Лапы. Молодцы, молодцы. Давай, 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 давай. А что там? Ворон. Понял, понял. Все, Дэн, давай сменку. И кто там устал? Ярик.
ты, Умар, давай, Умар, давай, 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 пошел, пошел, пошел. Дай, пока нет. Все, все, давай, подвигайся сейчас. Подумай, просто эконом режиме таком, придержись это сзади, там, пам-пам, редко такие. Подвигай мяч, мяч двигаться будет. Не прямолинейно, есть чуть-чуть разнообразие. Для паузы будет лучше. Это ложный замах. Заведи себе просто тут. Слева, слева. И придумывай все, что не надо. Взять свободный игрок. Ждать такие, Лука. На пятаке долго времени не будет. Нужно всегда предполагать, какую тебе сделать передачу. Даешь передачу и дернись ему за спину сразу. Нет, когда ты пас давал. Напряги своего защитника, чтобы... Ой, хорошо, молодец. Чтобы он просто так тебя, знаешь... Понял? Лука, сделал назад, хоп. Потому что у Влада времени было много, его никто не атаковал. Thank you.
Остался, есть, вот вижу, вижу, Ярик у тебя.
Все, Сока, провожаешь, он твой. Сока! Хорош, здорово, здорово.
Пукан, дальняя штанга, что ты здесь стоишь? Конечно. Владик, там тоже создавай постоянно видимость. Нет, нет, нет. Нет, там, там, дальняя штанга. Пригвоздил человека туда, да. О, о, о. Видите, о чем речь идет? Он уходит бессмысленно как. Thank you.
слишком далеко ему дал. Дай не мешать ему. Чего? Смолка, два часа.